витончені сміливі дівчата займаються граційним видом спорту – повітряна гімнастика. І сьогодні вони у нашій студії. Наталія Бутковська, Тетяна Звєрєва, повітряні гімнастки. І ми раді, що ви прийшли сьогодні до нашої студії. Тож, дівчата, такий спорт, він досить таки небезпечний. І кожного разу, коли ви підіймаєтесь до гори, то, мабуть, хвилюєтесь. Чи вже ні? Давайте, Наталья, с вас. Ну, это, наверное, когда как, когда это отработанные элементы, и мы много над этим работали, то это уже происходит автоматически, страха уже не возникает. Когда в первый раз, конечно, да. А чему вы решили саме цим видом спорту займатися? Це страшно, мабуть, це небезпечно, постійно треба підійматися, виконувати елементи, тим більше один елемент, він змінюється іншим, і постійно щось треба видумувати. В любом спорте, наверное, есть такая вот группа элементов, которая идет цепочка. И, в общем, красиво это все. Классно, когда ты смотришь, завораживает. Наверное, еще с детства, когда ходили в цирк и там видели выступления артистов, гимнастов, это все было настолько красиво, что хотелось, но в то время еще не было доступно настолько, чтобы можно было пройти там, в любой семье. Сейчас может любой ребенок прийти попробовать себя в воздушной акробатике. До речи, ось якраз той момент, коли колись дозволялося лише тільки обраним займатися в цирковій студії, їх відбирали дуже ретельно. Потім це все вік, так, з 3-4 років маленькі дітки приходили, і лише вони мали таку можливість бути ось там десь. Так? Ну, і раніше, зараз це вже інша ситуація. Зараз є можливість для кожної дитини, і це дуже добре, тому що таланти розкриваються навіть і не в 3, не в 4 роки, вони можуть навіть і пізніше розкритись. І це так приємно, коли приходять дорослі люди і вже досягають результатів. Да. Чи в вашій практиці є такі? Є і такі. Тобто, да, приходять дівчинки вже в більш сознательному возрасті, там вже і після 20, і коли є бажання працювати, трудитися, як би досягають багатьох успіхів. Здесь зависит только от того, что насколько есть желание, насколько есть время, потому что это требует и времени, да, если ты работаешь и пришел на полчасика, то ну, результат это только для себя. Если там очень сильно нравится, хочется на соревнования, то это непосредственно время, любую физическую нагрузку можно в себе воспитать, да, то есть это в любом случае подкачки, растяжки, этого а всего можно достичь. Займаетесь, мабуть, на підлозі? Конечно. Так, а тоді вже підіймаєтесь до гори. Які елементи найулюбленіші? Обрывы. У детей, наверное, да, чаще это какие-то экстремальные, наверное, вот элементы, связанные с обрывами. А меняются. Одно время нравились какие-то уже силовые, потом хотелось больше на гибкость что-то. А бывает, хочется вот экстремальничать обрывов, полетов, вот, вращения. До речі, кажуть, що от саме такий обрив, якщо він неочікуваний, то дається більше балів навіть. Неочікуваний обрив, і який переходить потім в плавність, витонченість рухів, то він оцінюється вище. Чому саме так? Просто всі чекають якогось шоу, так? Это да, больше, наверное, вау-эффект, когда вот ты видишь, что сейчас что-то произойдет того, что ты не ожидал. И когда идет какое-то падение, какой-то эффектный такой вот красивый элемент, то он, конечно, всегда вызывает больше овации, прям такие вот восторг от зрителей, от участников. Все зависит от того, где этот обрыв был. Может быть, это были соревнования, может, это было какое-то цирковое шоу. А что вам больше до души? Где бы вы хотели? Чи хотели бы вы брати участь у циркових виставах, чи, можливо, десь в шоу-програмах. От як в ідеалі було би для вас? В ідеалі брали участь, тому знаємо, як це буває і в циркових, і в спортивних мероприятиях, і в цирки виступали. На даний момент, мабуть, приємніше спілкуватися з зрителями в цирковых все-таки шоу, когда мало кто из них понимает сложности, они просто смотрят на картинку, на вау-эффект. На соревнованиях это немножко по-другому. Там уже это в сфере той, где все этим занимаются, и они все знают, и уже какое-то есть между собой и соперничество есть, и уже знают, а этот элемент несложный, я его там сделаю. Ну, а есть такие, конечно, когда ты ну, просто от простого шпагата
зрители реагируют очень классно, и тебя это так... Ничего себе, простые шпагаты. Ви вже, дівчата, настільки вже вивчили елементи, настільки їх виконуєте вдало, що для вас, мабуть, немає складних. Чи є якісь, які ще треба зробити? Що є? Я думаю, що у любого спортсмена завжди є якісь складні для нього елементи. А для вас які, Наталі? Ну, это, наверное, есть очень силовые элементы, в которые даже, наверное, больше из мужского жанра, да, которые сложно делать. Когось підтримати? Чи ви не в парі? Нет, ну, я не в паре, мы практикуем, да, периодически эти тренировки, но нет, это больше соло. Но, тем не менее, есть более силовые моменты даже в соло, чем в паре. Ну, если мы идем в цирк, то, конечно, хочется побачить таких дуже видовищних акробатів, які виконують елементи. І, можливо, якщо навіть ти розумієш, що вони працюють зі страховкою, то все одно страшно. Ти дивишся, де вони там, і чи зроблять вони наступний елемент, чи не зірвуться. І увесь час у те хвилювання, ті декілька хвилин, коли акробат десь там, то ти за нього переживаєш. І, мабуть, той глядач, він найвдячніший. Серед усіх, ну, це інше, так, звичайно, шоу-програми отакі, вони завжди викликають захоплення. І, мабуть, і вам приємніше, бо є віддача, і кожен артист, він хоче, щоб його дивились, щоб він був цікавий, і взагалі, щоб те, що він робить, це було не марно. Конечно. И даже если во время выступления в соревновании, то всегда боишься того, что сделаешь что-то не так, немножко не так повернуться, не так, может быть, улыбнуться там или еще что-то. Но во время выступления обычного шоу там уже больше раскрываешься, уже не так переживаешь, наверное, над оценками судей. И вот выступление совсем получается по-другому. Угу. А чи вам доводилося працювати без страховки взагалі? Ну, то ви на полотнах працюєте ж без страховки, так? Вона там її немає. Це звісно. А в циркових номерах чи бували такі? Нет. Страховки обычно в основном выступали. А, немає страховки? Нету. Смотря какие снаряды. Допустим, в воздушной акробатике есть много разных снарядов, там, где, к примеру, канат, полотна, тканевые такие материалы, где страховки в принципе нет. Это только руки и ноги, это ваша единственная страховка. Таких, как кольцо, трапеция, там, конечно, есть, можно подцепить страховку. И я знаю ребята, которые выступали, работали со страховкой. Неудобно, конечно, но зато под купол цирка, когда тебя поднимают, уверенности она немножко прибавляет. А сколько метров высота? На какой высоте вам доводилось працювати найвыше? 10-12 метров. Ну, это у нас в зале, да, около 10 там, метров рабочей высоты. У меня были повыше, метров 15, наверное. 15 метров. Ну, это если впасть из такой высоты, то уже, я не знаю, шансов на выживание маловато. Мало, да. А вот, взагалі, на вашей практике были случаи, когда вы понимали, что может быть все? Ну, да. Можно зірвати. Конечно. От чего это зависит? Рука может не выдержать, может соскользнуть, как бы, ну, падать. Я лично не падала с большой высоты, всегда у меня получалось себя спасти, удержать за ткань. Ну, то есть вы хапаетесь за полотно, это если вы на полотнах, а если это снаряды высокие? То що тоді? Там хвататься особо... Там нема за що. Не за що. Там в основному страховка спасає, звісно, якщо вона є. Але якщо ні, то ні. А от як ваші батьки? Вони віддавали вас в спорт, вони ж розуміли, що може бути і трагічна ситуація. Ну, не особо, наверное, в каких-то выступлениях вообще не радуются и не смотрят. Мне... Не дивляться? Нет. Потом уже, когда все прошло хорошо, и вот так вот с закрытыми глазами, ой-ой-ой, тогда, может быть, смотрели. А кто больше, мама чи тата хвилюется? Кто? Мама, наверное, всегда мама. Угу, мамы больше. Ну, звичайно, виховали доньку, и тут и донька пішла в спорт. У нас мамы некоторые, которые приходят на тренировку, они вот так вот приводят ребенка и уходят. Они не хотят смотреть. Говорят, нам страшно, мы боимся, мы пойдем лучше где-то там чай попьем. Говорят, ну мы не будем на это смотреть. Ну, а взагалі дети не боятся высоты? Они такие... Ну, дети нет.
Нет, есть, конечно, что бояться, но чаще это они бесстрашны. И им вот как раз обрывы, польоти угу. самые класні елементи. А вам, як тренерам, мабуть, треба слідкувати за дітьми і кожної секундочки готуватися, що дитина може впасти. Чи кладете ви мати, може, на підлогу, чи як ви взагалі тренуєте дітей? Обязательно есть маты, обязательно есть техника безопасности. Никто не допускает детей на высоту, пока они не готовы к тому или иному элементу. То есть существуют там подводящие элементы, которые они, если выполнили, значит, могут, значит, есть сила. Это обязательно надо рассматривать, потому что если человек первый раз там пришел, у него получилось залезть, то не факт, что у него хватит сил слезть оттуда. Угу. Ну, звичайно, первый раз это взагалі дуже складно и ризиковано. Ну, конечно, когда не понимая, когда человек не понимает сложности. Ну, всем кажется, что это легко. Ну, не знаю. Со стороны всем кажется, что это легко. А потом, когда люди начинают делать, да, они понимают, что это не так легко, что есть риск, ой, ручка не держит, ой, пальчик пошел не туда. И, ну, соответственно, никого не допускаем изначально на такие риски. А чем доводится частіше триматись, ногами чи руками? На полу? Руками, наверное. Угу. Воно как-то взаимосвязано. Воно все пов'язано, але все одно треба ще й думати кожного разу. Тобто, коли виконуєш елемент, то треба думати, ага, ти захопився, зачепився зараз за ногу, перехопився рукою, і наступний елемент у тебе буде, ти скинеш із себе, із руки, із ноги полотно, і що далі? Тобто, ти весь час повинен бути в напруженому стані, аж доки не виконуєш, мабуть, вже 100% елемент, коли вже немає такої, ну, немає чого вам думати про це, так, і ви вже не хвилюєтесь, ви просто виконуєте і все. І кожен елемент, він йде просто легко і вільно, так, як ви можете собі це дозволити. Зараз вже так у вас, мабуть, у вашому житті, так, у вашій практиці. Уже со временем, наверное, да, но вначале, да, переживали по поводу того, что правильно ли был намот. Были случаи, когда ты вроде бы сделал намот, уже готов к какому-то выполнению элемента, и какая-то вот доля сомнения возникает, а правильно ли я это сделал, потому что надо сейчас раскрутиться, и не уверен, а что ты успеешь остановиться там или словить себя как-то, то приходилось заново разматывать, спускаться и по новой все проверять. Ну, это все-таки наша безопасность, это наша жизнь, в конце концов, и приходилось к этому подходить очень ответственно. На данный момент уже это все идет на автомате, да, но вот на момент, когда это все училось, конечно, это все от і до. В Україні, учили. Взагалі, в Дніпрі досить таки недавно з'явився цей вид спорту, і можна сказати, що декілька років, так? Ну, десь 10 приблизно, 10 років. Тобто це не так давно, як були інші снаряди, як і в цирковому мистецтві використовувалось інакше трошки, так? А для загалу, то досить таки недавно. І треба, мабуть, занотовувати навіть деякі елементи, коли треба розуміти, як, в якому порядку замотувати полотно на ногу, наприклад, як потім розкручувати його, і чи зможете ви з ноги перейти на руку, наприклад, так, і чим будете хапатись для того, щоб навчити тих дітей, які приходять до вас, так, і чи є у вас зараз вже ті вже витончені, такі вишукані спортсмени, якими ви можете пишатись, от серед ваших вихованців? Да. Есть, конечно. Девочки, которые неоднократно занимали призовые места в чемпионатах Украины, да, по воздушной акробатике. Есть детки, которые только начинающие приходят, есть вот такие вот, они совсем, у них очень здорово получается, и у них большой интерес и желание, которые горят этим. Все получится, я думаю. Зараз ситуацію з ковідом, мабуть, деякі змагання довелось відкласти. Що на весну та на літо планується? Чи готуєтесь ви вже до змагань? К сожалению, да, с карантинами были моменты, когда и соревнования откладывали, и тренировки приходилось отменять, потому что закрывали, мы не работали. Но сейчас, наверное, нет такого прям сезона соревнований. У нас каждый месяц, практически круглый год, проходят какие-то соревнования. Где-то на Западной Украине, может быть, в Киеве, в Харькове проходили часто. Поэтому можно почти каждый месяц, может быть, через месяц поехать куда-то
виступить. Це ж досвід. Для кожної дитини це дуже важливо. Якщо вони приходять і показують себе, дивляться, як інші виступають, то в них з'являється більше стимулу. Вони вже розуміють, що вимагають судді, які є критерії оцінювання, і для них вже потім простіше стає. Звісно, це свого роду такий азарт. Когда ты пришел на одни какие-то соревнования, получил какое-то призовое или непризовое место, есть еще желание прийти дальше, попробовать свои силы. Уже есть даже среди спортсменов, да, по Украине, часто встречаешь знакомые лица. Одни и те же там тренера, может быть, их не так-то на самом-то деле много, потому что действительно у нас спорт этот появился не так-то давно, и, наверное, это даже еще не вид спорта. Это пока только как цирковое искусство. Еще не приняли определенных стандартов для того, чтобы уже получить, допустим, как в художественной или спортивной гимнастике мастера спорта. У нас пока, к сожалению, такого нет. Можно только вот поездить по соревнованиям. Есть Украина, есть Европа, мир, но титулов как таковых особо не получишь. Пока еще немає, але, можливо, готуються. Бо я знаю, що минулого року якраз були вже запити, щоб такі видом спорту назвати повітряну гімнастику, повітряне кільце, наприклад, так, полотна, ті ж самі, гамак, то вже якось рухаються. Рухаться, в тому напрямку. Ну, поки сьогодні ще не настільки, щоб от прийняти всі от ці закони. По соревнованиям самих деток, то, конечно, они уже, даже когда встречают друг друга на соревнованиях с разных школ, с разных студий, уже между собой идет такая вот борьба, кто займет первое или второе место. Ну, с одной стороны, пытаешься им это объяснить, что это всегда опыт, это не надо так воспринимать, что вот если я проиграл, то значит все, там враг, враг номер один. Но иногда, конечно, с характерами очень сложно. Детки разные, ну, в принципе, люди все разные, и подойти к каждому по-своему надо. Кому-то надо какой-то такой хороший пинок, кого-то наоборот погладить. Ну, мне кажется, что вы такие лояльные тренеры. И так, мабуть, на самом деле, да. Ставитесь до каждой дитини с повагою. Так, и сегодня мы уже говорили про это. И дуже хочется, чтобы дети теж відчували, что их любят, что за них турбуются, ну и они тогда будут отримувати кращі результати. Яка школа найсильніша? От, чи можна сказати, що в Україні от є такі школи, які можуть показати найкращі результати, і от їх поки що ніхто не переміг? Чи є у нас в нашому місті? Чи це, може, ваша? Школ много. Много хороших одаренных деток, и многие переходят, например, с, так как изначально у нас нет отбора, да, там, как в гимнастику, там, по-любому, 3-4 годика, многих переходят уже состоявшиеся спортсмены, как вот спортивная художественная гимнастка придет к вам на соревнования, ну, даже как бы на тренировку, она уже подготовлена. И это уже такая вот, если дальше будет заниматься, это уже звездочка, можно сказать, потому что у нее есть уже хорошая база. А есть такие, которые приходят с нуля, грубо говоря, и там надо обучать всему-всему, то в каждой школе есть такие детки, которые, ну, прям звезды-звезды, на пальцах, может быть, пересчитать учеников, но лучшая школа, ну, не все лучшие по-своему, каждый... Кожен, мабуть, ученик вважає, що його школа краща. Ну, ви знаєте, це добре, коли ми будемо так себе відчувати краще, так, коли ми будемо готуватися, коли будемо бачити, що є десь конкуренція, десь ще є ті люди, які показують свої результати, і кожного разу, можливо, з'являються нові, але все ж тих чемпіонів, їх не так багато. Їх може бути 10, можливо, так, ну, скільки їх може бути? 10 кращих з України. І чим більше змагань буде, тим більше людей ми будемо бачити і, мабуть, розуміти, що можна показати себе ще і на іншому рівні, там, поїхати в інші країни, в Європу, наприклад, на чемпіонати Європи, на чемпіонати світу. Можливо, вони ще будуть, і ми зможемо тоді показати вже свої результати, так? Ну, цього року ви збираєтесь. Да. Конечно. Мы уже готовимся. Вот ближайшие будут в конце марта, в апреле. Там, не знаю, на какие именно поедем точно, но уже 5, может быть, 6 вариантов подготовили для себя. Ага, 5-6 варіантів, куди поїхати. Да, конечно. Так, нічого собі, багато. Треба обрати кращі варіанти, аби справді був результат і щоб ви не пожалкували.
Ну, я так сподіваюся, що все буде добре цього року і не буде нічого нам заважати, аби отримати кращі результати і побачити нових чемпіонів. Що ж, будемо чекати і тримати за вас кулачки, так? Перемагайте. Спасибо. Нехай ваші діти теж перемагають і показують себе як кращі, кращих українців. Спасибо. А ми зустрінемось з вами вже за декілька хвилин.